Каждая седьмая компания в Украине может закрыться, а половина работающего населения испытывает проблемы с заработной платой. Об этом свидетельствуют данные исследования международного кадрового портала Headhunter Украина. Вот последние события в стране негативно повлияли на бизнес. Более половины опрошенных отмечают негативные тенденции. Одни говорят просто об ухудшении показателя, а вот 14% о том, что бизнес пребывает на грани закрытия. Ситуация на рынке труда Украины определяется нынешними сложными обстоятельствами. В мае количество предлагаемых вакансий еще больше снизилось по стране. В восточных регионах страдают все бизнесы, потому что понятно, что если закрываются магазины, которые не могут нормально работать, то помимо ритейла, маркетинговой организации, рекламные агентства, которые для них работают, HR, которые для них работают и так далее, тоже ничем не заняты. Банковские подразделения тоже закрываются. Ухудшение и спад в бизнесе чаще других отмечают в банковской, маркетинговой и торговой сферах. А больше, чем у других, угрозе закрытия бизнеса говорят в логистике и строительстве. Со строительством все достаточно сложно, потому что у нас есть цифры, которые гласят о том, что количество метров увеличивается, но я не могу сказать, что это распространяется на сферу труда. Потому что, к сожалению, очень много проектов, которые сейчас открыты, но никто не знает, что будет с ними через месяц. Чаще всего в Украине сокращают и задерживают зарплату работникам строительной, логистической и производственной сфер. В Донецкой области количество трудовых вакансий уменьшилось в 3 раза, в Луганской – в 2. Гульнара Муксинова, Аида Кадырбай-Кызы, Анатолий Ворон, Киев.